Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в киногород Пилигрим Порта. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Вот вход в этот прекрасный город. Тут различная информация. Ну что, пойдемте. Как прикольно. Друзья, купили билеты. Один билет стоит 150 рублей. Так, наверное, начнем откуда? Оттуда начнем? Вот отсюда? Да, давай отсюда начнем. Тут таверна вот. Трюм, таверна. Это часть корабля получается, да? Нет, это просто так таверна называется. А. Так. Какая-то здесь гора насыпная такая. Болотце. Домики стоят вон красивые. Ой, как прикольно. Сейчас зайдем. А это типа крепость, наверное, да? Не, вот это вот, я про это, вот это типа, наверное, крепости. Да. А давай вот с той стороны зайдем. Вот с той. Вот нам туда нужно идти. Вау! Беседка какая-то стоит. Да, это типа крепости вот это вот, где мы сейчас идем. Так, мы внутри этого городка. Так прикольно. Как будто домики настоящие. Это все макеты, друзья, старого города. Так, пойдемте вот по этой улице. Пум-пум-пум. Как прикольно. Тут проходят различные съемки. А вот здесь вот битва экстрасенсов снимала одну из своих серий. В последнем сезоне они здесь снимали. Вот здесь вот участники битвы экстрасенсов были, на них были вот навешены петли. И вот у них открывались вот эти вот дверцы. Спасибо.
Здесь проходили съемки битвы экстрасенсов. Вот здесь. Съемки битвы экстрасенсов проходили вот здесь. Да. Да, не то слово. Сейчас поднимемся туда, вот на второй этаж. Ой, как прикольно, смотри, закоулки. А ты внутри был здесь? Нет. А? Нет. Сейчас пойду. Вот здесь дверь внутри. Вот по лестнице поднимаюсь, друзья. Вау. Слов. Просто нет слов. Шикарно. Шикарное место, да? Картинку даже какую-то повесили. Так, пойду на первый этаж. Так, а здесь лесенка очень. А здесь что-то так темно. Как? Это как вот прилавок, что ли? Пойдем. Таверна. Прикольно. А здесь что, таверна тоже? Ну чё, пиво будем пить? Да, закажем. В какую сторону теперь пойдем? Туда, мы туда не ходили. А, ну тут мы были с той стороны. Там корабль, друзья, сейчас мы туда тоже пойдем. Деревья стоят красивые, различные березы, сосны, ели. Вау. Это что такое вот это? Это типа лодку поднимать, наверное, нужно, да? Да, лодка он стоит, значит, груз типа поднимать. Такого ракурса вам тоже еще покажу. Вблизи просто не очень получается красиво. Ветер поднялся.
прикольно же здесь, а? Оригинально. Улочки такие прям. Вот, там что-то открыто. Ой, как прикольно. Здесь тоже вешают, что ли? А это как называется вот это вот? Виселица. Там что-то еще есть. А тут заложники, да, были? Заключенные. Заключенные здесь типа были. Здесь сидел сам Джек Воробей. Ну-ка давай, меня поснимай. Страшно, я в тюрьме. Тут есть койка. Здесь тоже еще есть вот получше. Сколько? Присоединяйтесь ко мне, будем пиво пить. Ну что, все, мы вышли из этой тюрьмы. Тут какая-то часовня есть. Это часовня, да? Наверное, часовня. Закрыто, нет? Нет, закрыто. Угу, спасибо. О, как красиво. Здесь типа вода, вот здесь. Все в воде. Типа. А там берег. На берегу стоят эти красивые домики тех времен. А это какого года примерно в стиле? Какого века? 17 века? 16-го. 17-го, наверное. Прикольно, да? Смотри, вообще. Шикарно. Что это такое? Ну что, все, мы вышли из этой тюрьмы. Тут какая-то часовня есть. Это часовня, да? Наверное, часовня. Как-то нет? Нет, закрыто. Угу, спасибо. О, как красиво. Здесь типа вода, вот здесь. Все в воде. Типа. А там берег. На берегу стоят эти красивые домики тех времен. А это какого года примерно в стиле? Какого века? 17 века? 16-го. 17-го, наверное. Прикольно, да? Смотри, вообще. Шикарно. Вот еще какое местечко нашел. Интересное.
Ну это все вот к центру все ведет. Ну что, друзья, мы вот сделали уже половину круга, дошли до корабля. Вот, хотим вам показать его. Там фотографируются ребята. Такой красивый корабль. А тут змей нету? А то я иду по траве. Ой, так страшно. Змеи могут быть. Вот такой вот большой, красивый корабль. Сейчас туда внутрь заберусь. А это вот город с такого ракурса. Сейчас мы вот туда пойдем. Вот туда. Вот так вот мы там все обошли. Там все обошли. Там все обошли. Здесь все обошли. Вот теперь нам осталось вот этот кусочек. Так, я внутри корабля. Саша, ты? Охренеть. Как все по-настоящему, да? Да, прыгни. Так, а там, наверное, закрыто. Угу. Закрыто. Какие-то неудобные лестники делали раньше. Блять, все на меня летит. Чуть не упал, прикинь. Вот так вот, здесь наверху. Кругом лес, поля. Так. Теперь надо наперед идти. А как теперь мне слезть здесь? Боже, страшно. О май гад. Стой.
Так, как называется, мачта, да? Куда стоит? Это мачта, это мачта. Вот та мачта. Это мачта. Все мачта. Итак, друзья, вот мы уже подошли к началу моей экскурсии. Я здесь ничего пока не снимал. Вот сейчас буду снимать. Опять мостик, опять болотце. Вот там вот корабль. Вот мы оттуда сейчас только что подошли сюда. К началу моей экскурсии. Беседка. Мы вот оттуда вот вошли, вот оттуда. Вот так шли. И вот там зашли. И так вот все обошли. Камин. Здесь была что? Пятая Сафрино. Понятно, что написано. Так, прикольно. Друзья, ну что, экскурсия моя подошла к концу. Надеюсь, вам понравилась моя экскурсия. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока. Всех люблю.